Давай проверим твою реакцию. Только избранные ребята успеют поставить лайк за 3 секунды. Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер и Мал, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Golf Eat. Всем здорова, чуваки. В общем, ребятки, по нашей традиции мы добавили просто нереальную карту на 18 лунок, она очень красивая, мы надеемся, что также она будет очень сложная. И, ребята, я хочу вас попросить сейчас, прямо вот сейчас, сверните видео и обязательно поставьте колокольчик, друзья, потому что в последнее время YouTube что-то глючит, и вам не приходит оповещение о новых наших роликах, ребята, это, конечно, очень странно. Ну ладно, друзья, смотрите, Мал забивает с двух раз, братан, да, Я почти, кстати, с первого раза забил. Немножечко мне не повезло, братан, докатиться. Ну ладно. Смотри, куда-то там далеко, братан. Нет, стой, послабее. Я прям очень сильно ударил. Да, я улетел. Так, короче, смотри, я полетел. Все, смотри, смотри. Бангам-бинго-боу. С двух раз, братан, да. Фух, это было потненько, друзья. Слушайте, а карта реально какая-то прям очень сложная, братан. Куда нам? А, стой. Да, братан, там, короче, две трубы, я не знаю, нам, по-моему, в левую, либо в правую, я так и не понял, давай. А, окей, погнали, давай. Оп. Давай. А как я не закатился? А я не знаю, братан, в общем, я ударился в тебя, еще заехал. А, смотри, в принципе, нам с тобой в любую трубу, братан, как я понял. В любую, либо в левую, либо в правку хочешь, да, там и так можно попасть. А я, братан, тем временем уже забил в луночку. Все нормально, хорош, давай, братан, хорош. Попробуй ты тоже. А я вот так. Опа, красава. Ну, слушайте, ребят, три луночки позади, в принципе, быстренько идем, быстренько летим. Погнали! Ой-ой-ой, братан, стой, я обратно. Я чуть обратно не вернулся, прикинь, вообще. Это жестко было реально. Ну, так. Да, реально такой неожиданный. А там какой-то лабиринт, погоди, или что это такое? Погоди, реально лабиринт, братан. Стой, Как сейчас проедем? Я хочу вот так. Ой. Я подвинулся. Так, братан, погоди, бей. Я сейчас хочу сразу этот лабиринт, ребят, пройти. Бам. Прошел! Я сразу прошел этот лабиринт, братан. Есть! Фух, но все равно, слушай, с пяти раз мы прошли эту лунку. А, так и должно быть, смотри. По правилам, с пяти раз это нормально, да. Ну, ничего страшного, на один ход буквально ты превысил. Это нормально, ребят. Но слушайте, карта какая-то очень сложная. Погодите. Короче, я наверх, братан. Ой, тут дырка. Я попал. Куда она ведет? Я не знаю, братан. Она ведет. А, смотри, где лунка, брат! Ё-моё, вон там сверху, посмотри, трамплин, и нам вон туда нужно, да, полетели, ой, попал, ай, почти, нет, короче, но я залетел, братан, но, к сожалению, не попал, ну, слушай, я уже в лунке, все, отлично, с трех раз, нормально, зелененькая, все классно, давай, братан, это не так сложно, погнал. Да я верю, красава, 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 брат, красава, давай вот сейчас, да, идеально, братан, идеально просто, вот, бьется. Да, красава, брат. Послабее ты можешь. Вот! Идеально, брат! Хорош, я не знаю, почему ты так сразу не ударил, блин, но это странно. Но все равно, главное, что прошел, братан. Так, погоди. Что это за мишень? Нам мишень? Ой, погоди, да. Я почти в лунку вообще залетел, блин, немножко мне не хватило. Ну ладно, не немножко, а нормально мне не хватило, но почти залетел. Так, погнали. Я приехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, почти попал, братан. С трех попыток, думаю, с тобой пройдем. Ну да, я тоже думаю, с трех попыток. Хотя, все может... Вот. И как я и говорил, все может быть, ребят, все может быть. Это гольф, тут все просто непредсказуемо. Просто непредсказуемо, друзья, я не знаю, что. Но тут, блин, по прямой просто надо ударить. Все, нормально, блин, я не знаю, друзья, что это такое. Было странно, реально. Так, ну погнали, погоди, мол, куда нам? Куда-то туда, да? Стой. Нормально. А, и вон где лунка, братан. Вон она, посмотри-ка. Оп. Так, сейчас бьем. А, там! Ты слишком сильно ударил! Я не знал! Я не знал, братан. Да, но зато отсюда прям могу ударить, братан, в лунку. Давай, попробуй. Все, с четырех раз, смотри, как и ты. Хорош. Фух, нормально, друзья. Отлично. Блин, это было страшно на самом деле. Я ж думал, не пройдет. Ну, здорово, что прошли. Так, погнали, братан, дальше. Чего у нас там? Куда? Посильнее добить. Ага. Прям вообще можно было еще посильнее ударить мне. На самом деле, я думал, что не так сильно. О, все, тут изи лунка. Попал? Да, я докатился. Ай-яй-яй. Смотри, братан, а как забить-то здесь? Почти. Сложно, да, но это было сложно попасть. Ладно, с четырех раз я забиваю. Все нормально. Я уже, когда заранее говорю, братан, уже страшно немножко, потому что могу и не забить в такой ситуации. Так, вон, стрелочки куда-то нам показывают. Погнали. Стой, что это такое? Вау, это пушка какая-то меня выстрелила, братан, куда-то.
Что это, плохо. Ребят? Что это такое? А ну-ка, если вот так попробовать забить, друзья. Попробуй, а, надо. А, не, хорошо, что не так попал? Сильно. Не, не попал. Но я с трех раз, братан, уже забиваю. Все нормально. Смотрите, ребят. О, есть, все, отлично, забил. Давай, братан. Понятно. Давай, пробуй ты. А, так вон она. А, стой, погоди, а где ты? А, так я еще не заехал. А, понятно, ты еще не заехал, братан. Я тут тюльпанчиками как бы любуюсь. Понятно. А ты с чего взял, что это тюльпаны, братан? Какие-то ромашки вообще. Если так вот. О, вот так. Да, это ты изи. Давай, давай. Давай. Хорош. О! Докатился. Хорош. Я пытался сделать так же, брат, но у меня не получилось. Но ты красавчик, реально. Так, а куда нам здесь, брат? Стой, это что? Это. О, спасибо. Пока. Только я не попал, братан. Спасибо, только я не попал. В какую дырку? Это не я. Я не знаю, куда ты. Так, ладно, ребят. В игре очень много дырок. Пробуем. Ты, я опять не попал. Ни в одну, братан. Надо зайти самую левую или самую правую, самую верхнюю. В правую или в левую? Верхнюю самую, да. В любую? Да. Блин, ребят, задачка не из простых. Мне кажется, у тебя получится. Погоди, я опять третий раз просто ударил и никуда не попал, братан. Реально, я просто не могу никуда попасть. Чё за прикол, друзья? Давай. Как это происходит вообще? Каким образом? Хоп. Фиг знает. Ну смотри, попал. В самую левую. В самую левую? Да. В самую верхнюю? Да, я к лунке приехал. Смотри, братан, с четырех раз это даже меньше тебя. При условии, что я попадал туда. Ха, нифига. Кстати, за 4 раза и надо было проходить это. Отлично, друзья. Хотя можно было с первого раза вообще попасть. Блин, я ударился в кристаллик. Офигеть, посмотри, какие кристаллы красивые. Капец, это классная карта, друзья. Ё-моё. Так, подожди. Нет, ну нет. Пока. А, не, я остановился. Остановился? Да. Ой, хорош. Ой, ой, понятно. Не попал. Давай, а ты докатился, да. Красава, потому что здесь лед, все нормально. Блин, а я опять на один ход больше. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Ты окей. Как вообще на поди выигрываешь? Ну да, по идее, да, братан. Куда нам? Вниз? Тут, офиг знает, смотри, реально, тут еще вот эти пропеллеры такие кристаллические, братан, видел? Что? А ты сразу прямо покатился. Я попал почти. Ну ладно, сейчас забью. Я в воду улетел. А, оно спавнит, братан, там. Понимаешь? Надо, начале, оно там спавнит. Нет, я остановился. Я там остановился, но меня заспавнило, ты прикинь? Что? Ё-моё. Что? А сейчас упал в воду. Так, я тоже куда-то прикатился. А как тогда проходить, братан? Я не знаю, что тогда засейвится? А я так и не понял. Я вот сюда вижу лунку. Стой. Давай, найс вообще. А как, брат, я что-то не понимаю. Я не знаю, вот там, короче, где я остановись, и там можно будет ударить. Вот тут остановись. А тут не заспавнит? Не-не-не. А просто снизу спавнит, братан. Не знаю. Ну, кстати... О, фух, наконец-то. О, хорош. Фух, блин, это было плотно, друзья. Вот это, кстати, очень сложная лунка была, потому что спавнила она там нас. Так, куда нам? О, так, я у лунки, брат. Прям в лунке ударили. Да, отлично, блин, круто. Повезло. На самом деле я просто угад бил, братан. Оп, попал, все, с двух раз, отлично залетел. Ну, тебе повезло. Да, повезло, отмазывайся, братан, отмазывайся. Смотри, 4 луночки у нас осталось, неплохо. Так, короче, я бью, смотрю, так, бам, ага, понятно. Ну только не в тупик. Понятно, ага, ты я в тупик. Я пришвартовался. Ой, брат, не очень повезло тебе, конечно. Оп. Убей, бей меня. Оп, ударил. Я попал. Я вылетел из лунки, я вылетел, я в нее попал и вылетел. Но все равно, я с трех раз прошел, и это зелененький, братан, цвет. Ты тоже вылетел, я брат. Докатился, да, ты тоже. Ну ладно, ты с четырех, в принципе, так и нормально. Давай, братан, давай, у тебя все получится, брат. Все получится. Да я верю, хорош! Я верю. Красавчик, отлично, друзья. Слушайте, а мы быстренько вообще проходим, нормально летим. Так, поехали. Так ты да. Ой. О, хорошо, не вылетел. А тут бревно какое-то. Погоди. Тут какое-то бревно. Стой. Я поехал куда-то. Я скатился куда-то. А там дальше еще одно бревно, братан. Да, погоди. Так, стой. Бам. О, послабее. Да, но там послабее, брат. Ты вылетел? Да, я прям далеко улетел. О, я тоже вылетел. О, нормально, давай в лунку. Ай-яй-яй, ладно, с четырех раз, брат. Получается, лунку с 5 надо проходить. Ну, нормально, типа, я с 4. Зелененький, ребят, цвет. Неплохо, слушай, братан, вообще. А ты где? Стоп, это ты куда уехал, братан? Куда я как-то попал? А ты вообще вылезешь? А, вылез, да, нормально. Да. Ну давай, я отсюда. Я не знаю, братан, я вообще запутался, реально. Я прям не знал, куда ты попал. Ну все, 3 луночки, брат, осталось. Смотри, что у нас здесь? Погоди, куда нам? Бревна. Бревно направо. Хорошо, я куда-то попал, братан. А, вон лунка, снизу где-то. О, я перекатился. Главное, в бочку не попасть, братан. Или надо в бочку, погоди. А, нет, смотри, все четко. Все, я у лунки, брат. Хорош. Я у луночки, так. Ой, я сейчас попаду с первого раза. Все, прошел, есть, ребят. Блин, смотри, Мал, я уже 4 лунки подряд на зеленый цвет прохожу. Вообще неплохо, друзья, слушайте.
Классно, давай, Бертан. А я уже хорош, есть. И две лунки, друзья, у нас остается тем временем. Так, давай посмотрим, а куда нам? Ага. Куда нам? Куда-куда, в радугу. А, оу, в радугу? Оу, я прошел. Я вылетел из лунки, я вылетел из нее, я там был, блин. Ладно, с двух... А-а-а, господи. Доедь. Да ладно. Доехал. Да ладно. Ты меня еще дальше отодвинул, но я, блин, я почти заехал, ребят. Практически заехал. Ладно, ничего страшного, это было очень близко. Так, ну и последняя лунка, братан. Да, а тут, короче, просто... О, я в воду. О, я тоже. Капец, а я и не знал. Второй раз в воду. Хорош, хорош, брат. Так, я попал в лунку. Точнее, вот сейчас попадаю. Так, давай, хорошо. А, я в лунке, братан. Я в лунке, я в лунке. А что у тебя там за деревяшки, ё-моё? Я не знаю, так я тоже. О, хорош, хорош. С лайфхаком. А-а-а, не докатился, брат. Просто не докатился. Давай. Три. Нормально. Ну что ж, друзья, на этом наш забавный ролик завершается. Мы надеемся, что подняли вам настроение. Обязательно подпишитесь на все наш канал, поставьте большой палец вверх, оставляйте положительные комментарии. Также, друзья, обязательно нажимайте на колокольчик, потому что YouTube что-то глючит в последнее время. И чтобы не пропускать следующие ролики, обязательно вот, даже если у вас стоит колокольчик, уберите и поставьте заново. Если смотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово «гольф». Это будет реально забавно. Мы знаем, кто смотрит ролики до конца, а кто нет. Ну а с вами по-прежнему были Овер и Мал. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, болейте и пока-пока. Пока, чуваки.